Так, раз, работает, не работает. Короче, всем привет, друзья, вы на канале Металлик Дэнни, и сегодня мы с вами попробуем сыграть в гвинт мага-отступник, рогуя магия, в общем, про Альзурчика дополнение. Мы хотим сделать эту игру мага-отступник из своей следующей игры, как можно лучше, поэтому просим разрешения собирать и обрабатывать ваши, конечно, телеметрические, чего, блин, включая отчеты об ошибках. А, телеметрические, я, кстати, не то подумал. 100% анонимный, ну ладно, соглашаюсь. Короче, вот такая вот игра. На самом, ну, она платная, как я понял, стоит то ли 600, то ли 700 рублей, самая такая обычная версия. Купить ее достаточно сложно, то есть, чтобы ее купить, нужно там менять регионы в Стиме, у тебя вроде как должны быть уже деньги на счету, то ли сначала поменять, потом вложить, то есть я до конца на самом деле не понимаю, как оно работает, но мне как минимум дали ее как партнеру Гвинта, партнеру CD Projekt Red, поэтому у меня она есть, по-моему, самая обычная версия, поэтому... Я ее буду обозревать и в конце, ну, дам свой вердикт. Нормальная игра, ненормальная. В общем, что-то типа того. Вообще не знаю, чего здесь ожидать. Ну, типа, ладно, окей, все поняли. Давай. Блин, отстань от меня. Давайте попробуем. Короче. Вообще не знаю, что тут будет. Ago, the continent так, озвучку was не подогнали. Хотя бы перевод есть. By otherworldly monsters, rabid beasts, most foul, a scourge and a plague, sowing destruction and reaping despair. Those who wished to end the plight took up arms against the wretched creatures. All of them brave, all noble, all doomed. Печально, все погибли. Yet amid the anguish, there was still hope. Alzor and Liliana, mages committed to ridding the world of all its horrors. They knew magic alone could not solve the problem. Those wielding it were too few. The infestation too vast. And so they turned to science. Envisioning a way to use mutation to their advantage, to create exceptional beings without fear or weakness. Their bodies imbued with the very essence of the beasts they would vanquish. Yet, for this, Alzor and Liliana needed to deepen their understanding of mutagens and turn theory into practice, no matter the terrible cost. Видеоролики немножко подлагивают, видимо, не вытягивает современные игры у меня комп, хотя вроде не такая уж и жесткая игра, но посмотрим. Мы приближаемся к какому-то порталу альзуровскому, вероятно. Блин, может реально графику понизить, что-то прям гидрить, что это? О, это мы знаем уже, это гвинт. Так, эти карты мы тоже знаем. Хорошо. Прикрой ее. Ух ты, блин. Прервем обучение Гвинт Мак отступим, сейчас познакомимся с игровыми механиками, окей. А время боя игроки ходят поочередно, понятно, это мы знаем, давай. Чё? Не, не хочу ее ставить, кого поставить? Размещение смежные отряды. Рамона, наверное, погнали, а он сдает их же, да? Сегодня Бренна, погнали. Завтра вы зима. Да-да-да, я понимаю. Ну и тоже. Нам надо прям имбу делать, имбу. Так, а чё, как он взял? А, ему тоже дали вначале. А, тут каждый раунд будет давать карту. Как в Гвинте обычно. Каждый берет одну карту, захочет, очки помогут показывать, сколько еще можно взять карт. Сыграйте карту, чтобы продолжить. Так, давайте вот его создадим. Будем демочить. Что это такое? Лена, усилите случайный дружественный отряд на 3 дня каждый раз, когда играете заклятие. Приказ сыграйте карту из вашего сброса. Ой, но сброс у меня пока пустой. А у него проявились шайки. Нанесите одну единицу урона вражескому отряду. Нормально, блин, у него посильнее, по-моему. Хотя нет, у меня посильнее. Меня ножом! Прямо в брюхо! Карты знакомые, карты все знакомые, когда образ игрока спасует, бой кончится. Когда руки игрока не останется карты, не будет доступных действий, он спасует автоматически. Сыграйте карту, чтобы продолжить. Чё? Спасует, бой кончится. Ну понятно. А тут один раунд или нет? Так, у тебя есть стойкость? А, у тебя нет стойкости. Слушай. Блин, тут она тоже слабая. Чё у тебя нет стойкости-то? Он стоит. Ага, непонятно. Так.
Не очень, он солдат, погнали в это. Его, он что, не рыцарь? А, он рыцарь здесь, кстати, смотрите. Исключительно. И он был рыцарем. А, у него нету ничего тут. Побейте элитного врага, чтобы улучшить. Чё, блин? Чё? Ладно. Сама карта улучшится. Приколдес. Хорошо, мы пока добираем карту, у нас тут... Ой, у нас тут принц пенис есть. Братишка, а что это такое? Заклятие во время боя? Чтобы победить, вам нужно обогнать противника по очкам. Сыграйте карту, чтобы продолжить. Это я понял. Ядрить, я случайно нажал. Ну, ладно. Портал. Ядрить, у меня энергии много. Смотрите, сыграйте отряд. Усилите дружный отряд. Носить 3 единицы урона вражескому отряду. Что там у него есть? Сносить нам особо нечего, там гном-гномычи. А вот сотворить отряд, это прикольно. Давайте сотворим что-нибудь. Это новые картонки, а карты, видимо, сотворим старые. Ну да. О, братишка Тибор, давай, давай в бой. Ой, еще и дэмэдж ему сейчас, на. Тибор, Тиборенок. Хорошо, а, мне карту сказать. Братишка, братишка, братишка. Что тут у нас в бросе находится? А, серьезно? А, давай. Так, давай принцу, принцёнка, пениса. Мир без цели. Чё, кого еще? Я тебе. Ой, как нормально. По-моему, это... Ну, блин, со знаниями-то, конечно. Со знаниями. Блин, интересно, это вообще как оно? Ресурс он тратится, он восполняется. На войну! По-моему, это слишком имбово, нет? Чтобы посмотреть подробные сведения о любой карте, щелкните по ней правую кнопку мыши. А, карта. Ну да, да, это мы знаем. Ну вот. Посмотрели. Так, играем карту, чтобы продолжить. А вот кого играть? Что-то какая-то фигня одна осталась. Пусть будет движочки тогда, пофиг. Левый, Альзурченко, правый, давай тоже. Левый, правый. У нас вариантов не очень много. Но тут может быть что-то хорошее, а? О, Сиана, блин, он же ее не законтрит. А что можно еще с Сианой придумать? Принца? Или вот ее Бетси сыграть? Погнали, Сиан, кстати, здесь тоже прокачанная на 5, то есть это снова патча, плюс-минус. Нормально, нормально. Анна, она не простит. Нас, надеюсь, простит. Блин, карты не кончаются у него. Что-то их берет и берет. А, он больше добрать не может, и мы тоже. Ну, типа, все, можем сходить, конечно, надо бы нажать ее. Стойкости здесь нету, нету. Давай, жми ее. Да, алло, давай, работай. Ну, все, сломалось. Работай. Я слишком имба, что он не нажимается, нет? Он реально не нажимается. Ну все, 1 из 10 ставим. А что он не нажимается реально? Это же нечестно. Ну, принца давай. Вы стоите перед королевским высочеством. Да какое там высочество, какое? Так, раз в ход можно расходовать энергию на заклятие. Применяйте заклятие с умом, чтобы противник не смог вас обойти. Ну давай еще раз Альзурченко сыграю. То же самое будет. А, я эту выбрал. Ну, Тибор, кстати, очень хороший еще. Да здравствует император! За короля! О, заюзалась. Ага, я уже карту не могу скинуть. Вот гениальный, гениальный. Ха-ха, блин. Хрен знает, почему так было. Давай, давай, до свидания. Да он не наберет. Он не наберет, все. Чистейшее, что это у нас было, ага. Че, погнали. Я не хочу больше играть, я пасую. Почему нельзя? Ладно. 152-154. Картошка считает чел. Я все, я хочу сдаться. Типа, пацану, это не типа. Очевидная победа, алло. Ну, куда ты там питаешься? Ну куда? Дайте мне завершить, блин. Опять картошка. Да, картошка, это вообще угар. Противника, кстати, нету, не стоит никто. Типа, это просто обучение такое. Мне глаза и руки, но ножами я владею. Завяжу. Блин, посануть реально никак нельзя. Ну-ка, а сдаться? Сдаться тоже нельзя. Иди, блин, он с чел вообще уже на этом, на фулл бафе. А типа нам опытным гвинтёром это вообще типа изи. Че, давай одноглазую ходим. Если б ты меньше товар увез, может и пронесло бы. Это ваш последний ход. В конце хода у вас должно быть достаточно очков, чтобы выиграть бой. Не забывайте о заклятии. На нафиг. Ну, наконец-то пас, окей. О, что-то написали там. Ладно.
Само скипнулось. Я учился на свине Пушуре. Так, ну типа неплохо, новое достижение. Гидрить. Вот это, кстати, победа очень круто выглядит, этот переход нормальный. Так, чё ты? Выиграв бой, вы можете добавить карты в колоду или наоборот убрать. Ну, понятно. Ок. В награду нам, вам могут попадаться укрепленные карты, чья изначальная сила увеличена. Объем укрепления показан цветом белым, синим, фиолетовым или золотым. Ага. И добавить в колоду, убрать из колоды. А что это? Ядрить. А чё он фиолетовым говорит? Ну чё, типа имба? А почему... А, я не понимаю, почему фиолетовым говорит? Он сильнее, чем обычный. Он семерка, это девятка. Но дуб же самых имбовый нет. О, чё за бред? Давайте дуб. Чё-то нас скамит, по-моему, нет? GTA, блин, система. А теперь система как в инскрипшн какой-нибудь. Так. Пролетел дракончик. Погнал. Ой, это вот этот дракон прилетел. Так, мы должны победить дракона, чтобы создать ведьмаков. Блин, я думал, она меня солнышком назвала. The ice dragon just arrived in the valley, likely bringing food for her young. A mother looking after her children is hardly a monster, is it? We need a pure mutagen. How many times did we fail with inferior ingredients? I know, but when you chase the dream for so long, it's easy to lose sight of the principles that guided us in the first place. Don't overthink it, my dear. Короче, нам нужно сделать мутагены, а для этого нам надо убить дракона, достаточно все просто. Эта карта длинная, отыщите и убейте врага, который скрывается где-то там. Без его мутагена вы не сможете завершить свой величайший эксперимент. Но он действительно был великий, только по любому подсвеченному пункту, чтобы туда перейти. Короче, понятно. Так, немножко изменил там все настройки, тут особо нету настроек. Только разрешение. Кстати, преждевременный пас там есть какой-то. Я его поставил на всякий случай. Типа, мне кажется, это то самое, что нам нужно. Разрешение немножко снизил. Графон, качество. То есть этого ничего нету. Пофиг. Блин, тут система какая-то с энергиями. А, то есть я еще и много энергии потратил. Я понял. Я понял. А зачем нам энергия, чтобы перемещаться? Так, погнали к сундуку. Давайте налево пойду. Как-нибудь можно это? Ага. Так, чтобы открыть сундук сокровищ, щелкните по нему. Что нам тут будет? Карты? Конечно, карты. Ядрите, вот это что-то новое, кстати. Поиск где-то я видел. А, по-моему, как раз в Альдзуре я и видел. Поиск великанней силищи. Удвоить силу дружественного отряда. Силу дружественного отряда. Ну, условно, Тибор какой-нибудь. Доспехи ворона. Пассивность. Пассивность. В начале хода эта карта находится на поле боя. Понятно. Так, кстати, нет такой способности сейчас в текущем гвинте. Все дружественные отряды дополнительно получают броню. Если за дракона, та же пассивность, обратите дружественный отряд, случайный отряд. О, вот это мы любим. Мы любим рофлы, мы любим рандом. Здесь это самое то. Так, а можно как-то камеру перевернуть, чтобы нет? Я бы хотел как-нибудь тут смотреть вперед. Как условно инскрипшн. Чем-то скримшот сравниваю. Так, а что тут вообще? Давай уберем кого-нибудь, нет? Фляга. В начале игры увеличено 25 единиц. Окей, а как переделать колоду, нет? Пачку. Ты, блин. Так, а это событие. Сейчас она ждет какое-то событие. Блин, вместо силы было, ё-моё. Восстановите энергию и примите особую способность. Враг вас ждет. Здесь ждет обычный враг. Окей. Так, здесь событие. Дальше что здесь? Место силы, бой. Место силы. В любом случае бой будет. Место силы. Пойдем на Квен. Погнали, короче. Пока очень непонятно. Плут. На валуне у дороги сидит Сильван и предлагает сыграть с ним. Сильван. Я задам тебе вопрос. Даже не вопрос, а загадку. За верный ответ награда. Пояс великаний силища. О, это помним. А ежели ошибешь, то сокровище достанется мне. Стоит за дракон, например. Ты чё? Блин. Ну давай. Говорят, что когда дракары уходят в набег, сердце Хеймдаля наполняется радостью. Что это такое? Ужас, Мариен Крайт. Блин, меня сейчас могут гвинтеры и те, кто за лор шарят, просто уничтожить. Но это по-любому не Сиана. Когда дракар уходит в набег, сердце Хеймдаля наполняется радостью. Корабль Ужас Морей или Анкрайт Дракар? Дракар уходит в набег, блин. Как же это сложно.
Сердце Хеймдаля наполняется радостью. Короче, пусть будет уже с Мариной. Увы, слезы дракона у нас уходят. И мы идем дальше. Кажется, ответ был намного проще. Так, обратите карту. Погнали обращать карту. Блин, или энергию брать. Энергия за перемещение вроде не тратится. Погнали обращать карту. Так, ну, самый бесполезный, наверное, рекрута. Погнали, сделаем из него Тимбора. О, Вильгефорс, блин, вообще имба. Давай еще, нет, нельзя. Нормально, нормально. My pendant trembles, yet there were no monsters in sight around that stone. The energy flowing through the veins beneath such stones can be traced back. Там такая энергия от этой Вильгефорса, это просто жесть. Так, мы по-любому идем в бой. Ну, блин, увы, проиграла, конечно, Сильвану этому. Кинрит, наемный убийца. Нифига он жесткий. Ну, какой жесткий. Так, вот это нам уже знакомая локейшн. Так, а противник здесь будет, не будет? Так, в начале каждого боя у вас есть несколько карт, короче, сбросить можем. Что это такое? В конце хода уничтожится случайный вражеский отряд с силой 2 единицы или меньше. Таких отрядов не будет, увы. Типа норм, рука хорошая. У нас Лилиана есть. Как проходят бои, с этой минуты вы сами по себе удачи, нормально так послали, отправили. Так, что там заклятие, если уже не помню. Ну давайте легонько, может, поставить 3 дам. Как приказ. Движочек такой. Вряд ли он его собьет как-то. Ага. Нормальный тут. 3 раза говорила про эту мину. Блин, мы же еще набираем постоянно, ладно. Левый, правый, левый, правый. Ну, если он что-то даже и убьет, как бы мы сброс спокойно можем сыграть. Угу. Ускорил, кстати, карты, они медленнее были, я их немножко ускорил. Так, Великий Дуб, кстати, у нас же есть, точно, точно. А, этот, наверное, не очень был. Вперед! Марш! Ну, сейчас попробуем еще одно усиление карту выбить. Угу. Боги послали нам попутный ветер. Ну, достаточно такие очевидные карты, которые мы знаем все. Принц нет. Дуб... Да давайте легонечко вот так. Новые приказы! О, блин, драка идет, драка идет. Не знаю, стоит ли вообще тратить Альзура, если я знаю, что я выиграю. Наверное, все-таки надо его экономить как-то. Может, он для чего-то потом пригодится, пока непонятно. Угу. Блин, Вильгефортик, Вильгефорт. Блин, эту фигню бы снести, конечно. Но мне кажется, слишком жирно для Вильгефорца, или нет? Интересный вариант. Ну типа ладно. Так заплатишь кровь. Интересный вариант. Вильгефорц имба. Так, карта крутится, да, карта крутится, какие в гвинте. Так, голда пошла у него пошла голда. Иди за мной. Так, но он ничего не сносит, он может снести двойку, а я думал, что он ничего не снесет. Поэтому у нас идет принц, половой орган. Мир бесценен. Так, и давай так. Так, что будем сносить ему? Так, это фигня, что в любом ряду играет, нифига себе. Тупой. Так, он добил. Тупой добил. 4 сносить. Ну вот эту можно снести. Или вот эту. Чисто знание карт. Чисто на знание карт. Погнали, восстанавливаем его. Ха-ха. Ну, пока достаточно просто. Достаточно просто. Проладер, конечно, говорит сам за себя. Тут мешает им немножко. А, у него нет уже этих. У него нету, нету. Окей. Так, что тут у него? Значение усиления этой карты. Ядрит, ты чё? Можно пасовать здесь, думаю, даже. Хотя голда у него идет.
Да, здесь один раунд, поэтому... Ладно, играем дальше. Нам вполне хватает, если что, потрачу этот. Давайте. А вот помощь карт этого? По броне, конечно, нормально так попал. Так, золотом. Ой-ой-ой, вряд сейчас как будто. Всегда к твоим услугам. Ботами-то играть, да. Че, ставочка какая? Победит меня, не победит? Ну ладно, давайте тратим, мы же ничего не теряем. А у него приказ, ё-моё. Ну вот я так же сделал. Подумал потом. Ядрить. Крестьян нужно держать на короткой цепи. Не расходуй энергию, ну да. Бережность, зачем нам тратиться? Так, победа. Увы, наемный убийца, ты немножко проиграл. Жуки выиграли. С костей у вас там все. Так, добавить в колоду или убрать из колоды? Добавляем больше. Блин, надо было убирать. Сменить. Вот это нормально уже голда. Слушайте, кровавый барон тут хорош. Хотя у нас на демедже. Давайте Ириса, она тут еще и имбовая. Блин, прикиньте, так карта изменится. Типа она шестерка сейчас. Она станет... А нет, она четверка, ядрить. Она четверка же. Станет такой вот. Leave us alone, you... You rogue! And maybe take a bath. Помыться сходи. Чего он так на него орал? Обычный бомж. Так, давайте опять события решать. Блин, надеюсь, на этот раз... Так, неустойчивое место силы. Ядрить его прет. Передай место силы такое неустойчивое, что черпать из него энергию наверняка опасно. Зачерпнуть. Плюс 1 или 100 единиц энергии. Получить 2 карты рана. Конечно. Вы уверены, что сумеете... А, вон мне уже дали что-то. Сумеете укоротить чистый хаос, поэтому решать черпнуть силы. Значит, у меня будет прилив энергии, она наполняет все тело, питает мышцы, проникает в душу, вам больно, в то же время невероятно хорошо. Вы будто неуязвимы, вы чувствуете себя богом, а потом, без сил, рухнув на землю, вы корчитесь от невыносимой боли. Но зато энергию восстановили, что-то. Это было нужно. Так, давайте дальше бой. Блин, мне кажется, не очень, конечно, выбрал дорожку, но... Не знаю, насколько это вообще затянется. Охотник за рабами. Ух ты, блин. Дам тебе фору. Давай. Да, дашь он мне, даст он мне сейчас фору, блин. Конечно. Ядрите вы тут рано. Чё, блин? Уберите эту карту из вашей колоды. А, это типа мусор у нас в колоде из-за того, что Вильгефорс поранился. Я понял. Я думаю, я хотел две оставить, поиграть ими сейчас. Слава богу, допер. Так, ну погнали, типично, что ставим движочек. Можно тут и энергию потратить немножко. О, это мимо я жажды, слушайте. Что-то у меня в зубах застряло. А что-то у нас интересное намечается. А в зубах застряло, я бы тебе сказал, но... Я сейчас отоварю, потом костей не соберу. При дамах не положено. Так, давайте сотворять, это самая имба. Тем более, там такое, там голда вылазит, алло. Блин, лютик имба. Волколак. Симбиоз 2. О, у него 2 симбиоза. Вот, кстати, это реально, вот для этой карты симбиоз 2 очень даже круто. Слушайте, отсюда можно прикольные идеи черпать и говорить CD Projekt Red. Это действительно лучший вариант для него. Симбиоз 1 у него очень слабый. Правда, мы все равно здесь не активируем его, поэтому лучше. Это очень хорошая вариация для волколака, типа. Для обычной игры. Так, кем еще сыграть? Что-то какие-то не очень варианты. Для рекрута. Не, надо было тем играть. Приказы. Блин, это же имба, он сейчас так шиндарахнет. А чё мне тут сбросить? А, серьезно? Ладно. Не могу еще раз сыграть. Блин, я же так сейчас его шиндарахну. Ну, надо ее валить. Пока не блокировать. Лиц, блин, я так сильно думаю против бота, типа. Мне кажется, можно порассуждать там о жизни, о чем-то еще. Нежели все это. Она же тоже потратит, да? Да, она тоже потратит энергию. Нафиг надо. Ее величество исключительно. А, прикол. Типа ладно. Надо читать, конечно. Так, она только выносливость дает, не очищает. Выносливость 2, дружеский. Че, выносливость 2? Так интересно. Двум дружеским отрядам, ядрить она имбовая. Двум дружеским отрядам добавить выносливость.
Левый, а, то есть она всегда работает? Ядрит, блин. Правый. Пофиг. Так, он тут какой? Ой, он слабый из того патча старого. Как ты много так собачек сделал? Как он сделал так много собак? Ладно. А, ну тут же больше, чем да. Смежные отряды усилить. Пушный отряд на 4. Ну давайте усилять. Вы стоите перед королевским высочеством. Принц Пеннис. Веселый мужик. Так, блокировка. Сюда. Господа. Ну бот вроде нормальный, кстати говоря. Вот что-что, а бот вроде как ничего такой. Так, добавляем сюда. Не, это очень имбовая карта, пипец. Вот здесь она прям очень имбовая. Если бы просто было 7-4. Ладно, а тут 7. То есть она играет 7, плюс 4, 4, 8. Она играет на 15, плюс выносливость можно куда-нибудь преобразовать. На гармонии просто представьте ее на гамадриадах. Это же вообще жесть. Это очень сильно. Так, ну нам сейчас надо аккуратно. Наверное, Рамона я играть не буду. Нет, нам в любом случае придется сыграть что-то. А вот интересно... Он заблокирует Великий Дуб? Не должен, да, по логике? То есть я сначала должен его шиндарахнуть, а потом... Ну, давайте так, да. Или усиление идти. Не, надо бить вон ту фигню, например. Тогда что-то поставить надо. Ну... Так, да, он сначала бьет, потом это, все нормально. Механика работает, то есть как в предыдущих играх, все норм. Ой-ой-ой-ой-ой. Я знал, что ты того об этом он убил, попросишь. Слава богу. Ты знал, что я скажу ой-ой-ой. Так, ну эта фигня умирает сегодня. Угу. Ну здесь даже можно не ходить на самом деле. Оставим одну карту, может еще одно достижение получим. Там она, кстати, как-то привязывается к Гогу, то есть там надо через Гог или через Steam ее привязать на ту самую платформу, на которой ты сидишь. И что-то как-то там это все так работает. Настало время для... Сложно как-то. Да, давайте рискуем. Блин. Извините, было близко. Ха. Там как-то привязываются аккаунты, много, короче, всяких нюансов. Ну, пока для офлайновой игры очень даже неплохо. Ну, это, наверное, потому что я люблю Ведьмака и Гвинт в принципе. Добавить или убрать? Блин, я бы добавил что-нибудь. А убрать из колоды, наверное, только одну можно. Блин, ну вот этот. Хотя он прикольно сыграл. Блин, надо было сменить, наверное, и убрать картошку. Или раны, а раны остались, наверное. Кстати, система как в Inscription примерно. Извините, что опять сравниваю, но... Так, куда мы идем? Через горы, да? Через горы, через лес. Мы к дракону. Ну что, обходить будем опять? Что, я все это пропущу, что ли? Место силы и прочее. Вообще, ее за раз можно пройти, просто не знаю, будет ли вам это интересно. Пока один раз, это как бы можно сыграть. Так, краснолюдская кузня. В горах вы набретаете на уединенную кузню. Угрюмый краснолюд, что в ней заправляет, не особенно любит... Не особенно любит чужаков, но готов поработать за разумную плату. Улучшить снаряжение, укрепить отряд на 2, за 4 энергии, конечно. Так, на 2 усилить отряд. Кому нам нужен баф? Блин, вот этой карте, кстати, которую мы уничтожили, неплохо иметь хэндбаф. Хотя нет, она же никак не влияет, да? Это же не усиление будет? Да, это просто будет. А, погнали еще, кого еще усилять будем? Еще этого? Типа пофиг. Все, хватит. Так. Место силы. Посмотрим, что тут. Создать копию карты или 20... Блин, если какую копию, интересно. А, он рандом. Ядрить, можно выбирать копию карты. Давайте ран все создадим. Но вообще, Ирис это вообще очень сильная карта здесь. Вильгефорц, ну типа не очень, потому что других раундов тут тупо нету. Наверное, Ирис. Она реально очень сильная тут. На нафиг, две девчоночки. Блин, можно было ее улучшить и ее удвоить. Это химба была бы. Так, ну погнали дальше за сундуком. Пока только плюсы у нас.
Ой. Так, рунный диск. Создайте и сыграйте 3 случайных бронзовых отряда. Серьезно? Создайте и сыграйте 3 случайных бронзовых. Это же имба. Пассивность, а это что? Сокровище. Просто пассивность? Просто 6 в начале игры. Вообще, вот это имбово выглядит, слушайте. Это прям. Они все хорошие, но это под броню надо. Это просто иметь карри-овер для первого раунда. Хотя тут единственный раунд. Мне кажется, рунный диск очень имбовый. Особая карта, может как-нибудь там его прокрутить потом. Так, наконец-то бой у нас идет дальше. Бой next door. Так, некромант. Не могут живые служить бессоветно. О, это поле нам уже знакомо, окей. Так, вот мне кажется, здесь что-то будет жесткое. Мне кажется, у нас очень хорошая карта есть. Хорошо, мы рану не получили, не забрыкались. Так, ну блин, даже не знаю, с чего начать. Давайте так. Ядрить. По-моему, это... Блин, только... Да, не очень. Надо в следующий раз подумать. Ну, слушайте, там было 6 статов пассивных, здесь уже 13. И это еще нам не особо зашло. То есть был бы сначала накер, потом защитник, потом страж, там вообще статы были. Так, это неплохо, это неплохо. Так, мы по-любому будем усилять эту штуку. В войсках не делать ничего. Потому что ей нужен. Так, оно еще работает, отлично. Все быстро, все сразу. Давайте рамончика, чтобы у нас сработал, сработали накеры. Ну, это чистейшая будет победа. Я думал, что что-то страшное будет, но нет. Давайте под великого дуба сделаем много статов. Так, качать надо всех, но не накеров. Накеры сами прокачаются. Левый, правый. Ну, как-то так пока. Чё, блин? Чё это было? Чё он делает? Уничтожить дружественный отряд. В этом ряду, если такой цели нет, уничтожьте эту карту. А почему он уничтожался? Чё это за фигня была только что? Нифига, блин, имба, ты чё, пёс? Это как так можно было придумать? Великий Форс, добро пожаловать, конечно. Давайте тогда сначала Ирис. Я сильно боюсь. Не бойся, все хорошо. Чисто под накеров пока. Под накеров, под статы. Еще одну потом Ирис закину. Блин, Ирис имба, наверное, самая тут сильная карта вообще, в принципе. Так, ну. Может его усилить, он очень сильно сыграет, у него статы большие. Да нельзя. Давайте его потом Ирис. А был бы я примолот. Что бы ты сказала? Что бы ты сказала? Там бабу кромсает, да? А, нет, мужика. Можешь меня не любить, но я тебе люблю. Можешь меня не любить, но я тебя люблю. Так, сюда. Что здесь у нас? Ого, какая у нас здесь сильная имба. И мы, кстати, ничего не теряем. Блин, точно, мы же можем сыграть. Мы даже ничего не теряем, ничего не тратим. Видите, там полетело что-то. Давай. Чё? Да, дэмэдж, сколько у тебя там? 2? Два, ну сюда, 2. Прокачка. Какая. Блин, да ё-моё, убивать его нельзя. Ну и тоже. Так. Чё, блин? А, этот. Идите. Ой-ой-ой. Ну, типа, ладно. То есть эту фигню убивать нельзя, у нас нет варианта. Нам придется его убивать. Войска не делать нечего. Дерутся что-то. Да, это прям жестко. Тогда у нас усиление все пойдет. Что за халуйское задание? Вот тебе и прокруточка. Так, так убивать нельзя. Пусть посидит еще. А можно пацануть, мне кажется, он уже не наберет. Тут слишком прям хорошо все. Блин, а вот это какой-то пипец имба. По-моему, очень имбовая способность. Теперь даже сомневаюсь, пацовать. Так, усиление пойдем, значит. Ой, блин. Че, блин? А, он только урон наносит. А, блин, вот так надо сделать. Ё-моё.
Так, семерч. Пусть посидит еще. Нормалек, нормалек. Колода пройдена, колода собрана. Ой, дракончик. Ну хорошо. Да. А, да, блин, он реально. По себе нельзя. Вражеском, блин, по себе нельзя ударить. Грустно так. Хм. Блин. Но он призовется, он же его не сыграет. А, сыграет он его, блин. Он его сыграет. Он его сыграет. Девятка нам нельзя тоже бить. Пофиг. Пофиг, блин, можно же по барбеглазу было ударить. Ну, ладно, тут уже очевидно. Моему позору скоро конец. Да, забавно. Блин, пока поражений не было, может реально по рофлу проиграть, ну типа... Так, некромант, ну что ты мне хочешь? Что, будем добирать карты? У нас очень хорошие карты, мне кажется, даже убирать нам надо. Ой, машины там сзади бибикают, орут. Ну, рекрута убираем. Просто делаем себе очень сильную руку. Потому что у нас, блин, эти реально... Реально хорошие женщины. A forbidden art. And for a good reason. Most rules of the chapter are just foolish. But some happen to be wise. Разумный это тот, который тебе выгоден, который... Так, погнали сюда. Блин, там бои будут подряд. Дознаватель Капитулос. Вставай, мы еще не закончили. О, поле-то какое хорошее. Блин, какие хорошие поля. Раны, блин, на руке. Приказайте и сыграйте копию шпионского вражеского отряда. Ядрит на шпионах чел играет. Ну, вроде все хорошо. Так даже лучше. И пока движочек. Левый, правый. Левый, правый. Угу. Боль делает нас сильнее. Ядрить? Какие боевые способности? Блин, рано. Как прикажешь. Кто залечит рану мою? Ладно, у нас не очень хорошая, но у нас зато есть Альзур. Блин, что-то имбово. Чел не дает играть, не дает смотреть. Мегафорс, добро пожаловать. Пока давайте так. Может даже все-таки так. Че там? Давай голду. Сиана. Ну что, Сиана? Ирис несколько раз разыграть. Ну, кстати, да. Или движок поставить. Блин, мне так хочется Сиану разыграть. Потому что это имба. Я скучаю по любимой сестренке. Че, еще раз разыграем? Не нафиг. Не факт, что она выживет. Левый, правый. Левый, правый. Ну, бот здесь более-менее неплохой. Я вам скажу, это факт. Бот здесь нормальный. Так, Вильгефорца поставить, раз-два убить. Ну, вообще, да, неплохой вариант. Что за халуйское задание? Раз. А где два? А вот два. Ха-ха-ха. Че он хотел этим всем сделать, интересно? Прокрутили мы его. Так, у нас здесь Рейнольд. Ну, давайте, да, пока его. Ее величество знает, он усиляет отряд, любой отряд. Окей. Блин, у нас, конечно, эти раны. Блин, раны надо удалять, кстати говоря. К оружию! А мы из-за ран, по-моему, получили то ли ирис, то ли душ. Или что там было? И усилили карту. Хрен знает. Или, а, нет, по-моему, много дали этого. Энергии. А, ну давайте дальше. Этих трогать мелких не буду, смысла от них мало.
Блин, он нагоняет, кстати, он нагоняет меня. Ух, намордник. Так, намордник на 5, что-то? Да, тут он на 5. На 6 у них получше. Я, конечно, не знаю, здесь какая стоимость карт, то есть какие здесь расценки. Блин, он, кстати, меня опережает, слушайте. Мне, видимо, придется сыграть что-то. Погнали еще одну. Не очень. Воодушевление, серьезно, у него. Да, вообще-то воодушевление, да. Но решили не ставить. Нормалек. Ядрить. Придам! Я не боюсь. Верю, что не боится. Простых людей. Можно было поставить его, конечно, под великий дуб, но... Но вообще ситуация такая. Великий дуб. Сносить ему тут особо некого, только, наверное, барабанщик эти мерзкого, потому что он в теории сыграет больше. Слева раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да, ровно выходит. Я думаю, нам хватает. Если нет, то сыграем. Сейчас посмотрим, что у него там выйдет. У нас еще же выносливость. Я попробую сыграть рану вообще. Что это такое? Просто как она играется? Может, она сейчас уничтожится, например? Блин, у него еще три дамы. И на 12. Что-то жирно-то. Ага, я понял. Ну давайте, усильте, нанесите, создайте, конечно, давайте Тибора. Ну не Тибор, конечно. Уже с Морей на 7, это на 8. Блин, то чувство, когда одноглазая Бетси, это лучший вариант здесь. Так, ну я не думаю, что у него что-нибудь будет еще на этот счет. Так, ну я Ахим, окей. Можно было и не сдать, конечно. Покончим с этим. Хотя, хотя... Я не пролью. Нормально. Что-то типа того. Что-то типа того. Не знаю, стоит ли продолжать. Может, уже другое видео, но... Так, что здесь у нас будет? Мы, наверное, опять же скипнем раны наши. Потому что раны нам очень сильно мешают. Ну, вот она, рана. Прощай, рана. Так, зашел в лабораторию, в ней можно просматривать открытые предметы, следить за своими успехами. Здесь уже можно начать новую игру. Понял, выбрать карту, чтобы начать новую игру с выбранными настройками. На кирпичу сокровищ хранятся вещи, ваши колоды и сокровища. Выбери портал, чтобы вернуться в текущей игре. Короче, наверное, буду все записывать одним залпом, как я уже понял. Сундук, что тут у нас лежит? А, наши картонки. Ядрить их много. А это что? А это... Как это отмечается? Что это означает? Типа обычные карты, а это новые карты. А это что? Ключевые карты и подкрепления. Фига. Рейнольд Оду это ключевая карта, а это все подкрепление. Пролог, кстати, я не помню, чтобы он у меня был. Вообще не помню. Но смотрите, у нас половина карт собрана. Тут, конечно, мало у нас собрано. Здесь тоже мало. Вообще пока ничего не открыто. Как я понимаю, эту игру можно проходить несколькими разами. И лучше не проигрывать, короче. Не проверять это. Карта. Что такое? Карта. А, карта — это мы где находимся. Хотите начать новую игру? Вы можете продолжить текущую. Для этого перейти в портал. Погнали дальше, продолжим. Я думаю, что мы ее пройдем с нормальным заходом. У нас очень хорошие карты есть. Они легко прокачиваются. Ну, по типу инскрипшена. То есть мы создаем карты, их объединяем, типа, и усиляем. Та же, как ее зовут-то. Несиана, это, блин. Ольгер, это как звали жену? Так, вот сейчас скажу, как раз можно глянуть. Вот это, Ирис, это вообще две... Прям жестко, очень жесткая комбинейшн. Рунный диск тоже имба. То есть у нас очень много хороших карт. Кстати, давайте посмотрим. Вот эта карта, она типа плюс-минус норм. С тимерским барабанщиком. Типа она может нормально так вдарить. Эта карта, ну тоже типа норм играет. Нормально. Ну на 8 как минимум. Эта карта играет на 12 с броней. Короче, очень много хороших карт.
У нас вполне все нормально, погнали так что и вести дальше бой. Не знаю, говорю, зайдет, не зайдет ролик. Ну, типа, пройти, пройдем. Мы принесем эту жрец жертву. Секты. Жрец. Так, ой, вот это имбовое пулемет, так оно нравится. Что он делает? Если на поле не меньше 6 отрядов, уничтожьте... Уничтожьте слабейший отряд, затем усильте слабейший дружественный отряд. То есть больше 6 отрядов, если. Будет уничтожать слабейший и усилять свой. Нифига имба. Нам не надо иметь много карт. Ха-ха, рунный диск. Рунный диск у нас имба, поэтому придется. Эх, барабанчик выпал. Окей, давайте сразу с рунного диска. Ха, нормально. Блин, тоже сильно. Ой, хорош, ой, хорош. Так, рунный диск опять сыграть. Мне кажется, рановато. То он будет очень часто это юзать. А, и врага тоже, наверное. О, Сигвальд. Важно лишь одно. Ой-ой-ой-ой. Слабенький Сигвальд, не тот, да? Да, не тот. Завалить его. Типа можно вот так. И добить чем-нибудь. Нормально пойдет. Так, Йеннифер. Ты напал не на ту чародейку. Йеннифер, наверное, гасим, так. Хотя он будет по броням сейчас бить. Войсках мне делать. Чисто по броне несколько раз ударит. А, один раз дает. Ой, поехал. Так, безумный Харальд. Хорошая комбинация с этим лидером. Хорошая. Нормально, нормально. Везде у нас бронька. Вполне себе неплохо. Это надо разыгрывать по-любому. Уничтожает своих. Ух. Слабакам здесь не место. Сильно, кстати. Давайте еще раз разыграем эту штуку. Там выпало. Так, окей. Хоба. Сеге. Блин, зря я его сейчас ставил. Этого тоже можно сюда. Война. Блин. Как мы его воодушевили? Вот отряд поставь. Или через стражу? Ну да, могли. Даже через этого могли. Эх, ну ладно. Так, слабейший отряд будет уничтожен. Ну, это не 3-дам, поэтому 3-дам пусть тут будет. Подлагивает. Так, нормально. Попадание хорошее, кстати, было. Во славу твою, я принесу сотню жертв. Окей, вообще, ни жарко, ни холодно, пофиг. Давайте принца. Мир бесценен. Нужные карты буду усилять. Не, он тут не пробивает, нет. Как сильные картонки стоят и типа и норм. Если что, можно еще и Альзуру будет заездать. Мне кажется, ничего там жирного особо не будет. Угу. Вторая часть идет. Если я сдох, ты сдохнешь со мной. Вот такой вот. Ни себе, ни людям. Так сильно боюсь. Ну алло. Типа этого вполне себе хватает. Здесь вообще по броне прилетит. Угу. Левый, правый. Ну давайте сыграем, левый, типа особо. Правый. Как бы ничего такого. Моркварк. Моркварк здесь слабый. Волколак, броня. Трололо, наверное. Блин, его броню сейчас уберут все.
Ну да, типа такое. И вариант получше. Ну ладно. Призвал нас родовец. Так. Короче, нормально, нормально пошло. Эх, я бы пиво выпил. И все, наверное. Достаточно просто, достаточно просто. Я думаю, что босс должен быть посильнее. Потому что, ну, у меня комбинация нормальная. Типа, ну это вообще не трогает никак. В два раза обгоняем. Типа этого хватает. Победа, победа, торпеда. Так, будем сейчас, наверное, добирать карты. Давайте хороших наберем. Добавить. Все плохо, сменить. Так, это просто девятка. Может, еще сменить? Опять девятка, сменить. Ну вот Анна, кстати. Кстати говоря, Анна. Всегда играл на этих, на три дам. Плюс Тимирский барабанщик, плюс Анна. Это была очень старая, очень древняя комбинация. Поэтому погнали, почему нет. Мне кажется, вот на это лучше всего тратить выносливость эту. Магическую. События, давайте. Только без загадок на этот раз. Вы остаетесь переночевать на постоялом дворе. И здешний игрок в кости предлагает вам скоротать время за партийкой другой. Минус 10 единиц энергии или... А, типа 50 на 50, что ли? Как оказалось, от такого предложения вы делаете ставку, бросаете кость на стол и побеждаете. А. Что, типа рисковать, не рисковать? Ну, типа мне особо столько выносливости энергии не надо, он там внутри лежит. Хорошие, кстати, арты, мне нравятся. Да нет, давайте. Понимаю, что рано или поздно удача вам изменит, вы выбираете свой выигрыш и уходите. Ну да. Можно было бы еще, конечно, разочек рискануть. Так, картограф. Вы встречаете странствующего картографа, который как раз составляет карту окрестностей. Работа еще не завершена, но он доволен своими успехами и хочет показать вам наброски. Погнали. А вы давно странствуете в этих краях и успели сходить их вдоль и поперек, но все же решаете, что карта не помешает. Выбрать направление, обратите следующий пункт случайный. Вы внимательно изучаете карту и обдумайте, куда дальше пойти. Идрите, имба. Сундук с сокровищами. Давай. Лутбокс, ну-ка. Так, что за дракона? Обратить дружный отряд в случайный отряд. Ну это, кстати, неплохо. Интересно, сохраняется ли там способность. Причем пассивность, это же имба, потому что у нас один раунд только. Броня тоже имба. Давайте, наверное, вот это. Чисто в рандомичек пойдем, а то у меня забрали эту карту. В прошлый раз. Ух ты, снег пошел. Думаю, драконье гнездо где-то рядом. Да, наверное, мы пойдем в сильную пургу, надеюсь, все будет окей. А прикиньте, это с Ками, первого босса нельзя победить. Как в Inscription, я уже достался с ним сравнивать. О, суккуб искусительница какая. Ну давай познакомимся. Обожаю это поле. Так, что он делает в конце вашего... Блин, сейчас. В конце вашего хода переместить случайный вражеский отряд силой 2 единицы или меньше в противоположный ряд, усилить его на 3 единицы. Короче, наши двойки, она... перемещает к себе. В конце каждого хода. Пипец. Ну, хорошая способность. Тимерский барабанщик. Ну, наверное, вот так вот. Нормально. Можно сразу заюзать и сразу что-нибудь там придумать, обратить, кстати говоря. Блин, хороший. Причем личинки в начале самом. Имба. Имба. Вот его, кстати, можно будет поменять попозже. Блин, имба вообще выпала. И троек нету. Блин, они так хорошо прокачаются, это же жесть. Че, еще раз даже можно? Блин, имба какая. Вот эта комбинация, конечно, да. Мне нравится, мне очень нравится. Стукач еще, ой. Жаль, сейчас он не прокачался. Так, и всего лишь, ну ладно. В войсках мне делать нечего. Даже не знаю, кого обратить. Наверное, пиротехника надо будет заюзать и обратить. Кстати, надо было, наверное, сюда поставить. Лучше сдавайся сразу. Так, окей. Ну да, он будет мне подравнивать здесь все, чтобы делать тройки. Здесь мы жмыхаем. Обращаем. Прикинь, с антимерским барабанщиком. Эх, ну, такое. Хорошо, зато семерочка.
Ну вот так пусть будет. Пока у нас все хорошо. 1:42. Чародейка. Ой-ой-ой. Ну, типа, ладно. Могло быть получше, но... Для нас, но... Главное, не она. Тем более, эта штука не забафанная. А вот попали мы немножко не туда. Ну, не хочется тратить хорошие карты. Хочется реально... Ну, вот, кстати, сейчас... Так, точно вот так вот. Точно сюда вот. И точно сюда вот. И обращаем. Что мы будем обращать? Все карты хорошие. Опять Фалибора. Ой, плохо, плохо. Вот, попали, нормально. Сильнейший отряд у нас. Угу. Блин. Вот меня видно. А сколько у него их? Блин, теперь он забрал ее. Еды забрал он ее. Давайте Вильгефорц тогда сюда. Что за халуйское задание? Кабанчик. Ну, нормально вообще, нормально. Только не его, давай. Блин, может его забрать. Ах, собака. Ах, собака. Расходный. У нас опять Ромен не играет. Так. Ну, наверное, вот так вот. Он заберет ее, правда. Вот так. Дисциплина принесет Оба. Нам победу. И вот так. Блин. А типа нам даже Рамон особо не нужен. Винсент. Нужно ну-ка. Доверять. Такое, забирай его. Я не его забрал. Ты. Да, достаточно неплохо, без выносливости спокойно мы справляемся, без, вернее, этих магии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это неприятно. Очень даже неприятно. Здесь мы обращаем. Барабанщик норм. Нормально. Единственный момент, что мы всегда ходим, противник всегда ходит последним, и мы не знаем, что у него там может еще быть. Вперед, и это иногда реально может сильно подруинить. Потому что. Давайте его. Отряд. Будет вечно жить в предании. Что-то у меня, да, Рамон плохо идет. Я его чуть не ставлю. Блин, что заклятие юзать? Нанесите вражескому отряду урон, равно числу карт слева. Кстати, его можно будет обратить нормально. Слева. Кого можно убить здесь? Наверное, барабанщика вот этого. 4 получается. Блин, он его еще прокачал. Так его обращать будем. Вот его. Его. Но особо не изменилось ничего. Блин, тратить не тратить. По сути, у нас тут еще дамаг, тут усиление. Это хватит. Ядрить, нифига ты. У него рвение, что ли? Серьезно? Блин, было близко. У него рвение. Вот это, кстати, хорошая карта. Не помню, как его зовут. Не Ослиск, а как-то близко. Было очень, кстати, близко. Прям нормально. Так, надо добавлять карты. Блин, Сиана, ну это, конечно, рафляны. Но здесь нет особо контроля на 5, кстати, в последнее время вообще не вижу этого. Ну а кому нам может Сиана пригодиться? У нас особо нет карт, которые очень сильно играют по размещению. Может сменить? А вот Морквар, да у него тоже особо не качаются. Так, а вот и добавляйте этой карте одну единицу брони каждый раз, когда играете отряд. Блин, имба, по-моему, не. Она еще золотым горит. Да, наверное, это очень хорошо. Гвинт, маг, отступник, новое достижение. Ну все, мы доходим до босса. Сыграть 7 карт за ход, точно хватит. Да, хватило. Так, ну мы идем на босса. Без лишних слов, сразу на босса. Так, Алебастра, белая драконица.
Ну, что-то там имбовое должно быть. Заморозка. Новая, кстати, способность какая-то. Приказ заморозьте вражеский отряд. Ходу до восстановления 2. Каждый раз, когда уничтожаете замороженный отряд, создавайте оледенящего авантюриста в его ряду. Если в конце вашего хода по обе стороны от этой карты есть отряды, уменьшите счетчик на 1. Когда счетчик весь удаляет, удалите эту карту. Ну окей. Давайте попробуем. Ну у нас карта хорошая. Она великолепна, да нет, такая. Локстяна. Окей, сразу играем так. Ой, нормальные картонки. Давай сюда. Правое крыло, левое. И противник берет карту. О, нормально, кстати. Замороженные вражеские отряды не могут быть усилены. Ух ты. Бьем сюда. Ставим так. Передам. Обратить. Блин, вот его надо обращать. Давайте сразу сыграем так. О, нахер. Опять дамаг. Усиление. Ай-яй-яй. Ну ладно. Слушайте, уже неплохо. Слезы дракона. Обратить, наверное, вот эту тогда. Ну, неплохо. Давайте ему добавим брони. Здесь типа вовсю уже можно играть. Блин, заход я сыграл сколько уже карт. Ядрит старый грот. По-моему, нормально. А что там у них? А, у них завещание. То есть надо прям уничтожить. Ядрит, какая прикольная карта, слушайте. Элементаль, да. Блин, очень круто выглядит. Почему нет таких карт? Щит, покров, конструкт. Тут, кстати, конструкт, их же вообще мало. Приказ заморозьте вражеский отряд. Заморозка отряда с этим статусом уничтожаются при перемещении. Имба, блин, прикиньте. Холод на заморозке. Не на холоде, а именно на заморозке. Так, ну эту фигню, кстати, можно уничтожить. Изи. Интересно. Да, мне тоже нравится, очень интересно. Да, он в комбинации с громилами спокойно. Блин, не очень, конечно. Каждые три хода в конце перемещения... в конце каждого... Блин, короче, перемещайте замороженный отряд... в другой ряд на его стороне. Ну, получается, уничтожая это все. Вот замороженный отряд у нас, кстати. Давайте еще чем-нибудь заюзаем. И вражей, кстати, никаких нету. А нам вообще нужен еще один. Нам одного, наверное, хватает. Ну, вот это в теории большие статы. Это в теории симбиозы сыграет, но... Наверное, хватит. Наверное, нам хватит. Твой отряд. Блин, а если я весь стол заполонен, он же, получается, переместить меня не сможет. Это же логично. Если я засру весь стол. Один ряд, причем, если я засру. Это же, блин, это же, по-моему, имба, реально. Я сейчас засру просто один ряд. И он меня не переместит. По-моему, оно должно так работать. Так, это мы меняем. Эх, ну, надо было пораньше чуть-чуть его поменять. Здесь тогда вот так. А, не могу. Создаем тогда. Накер, конструкт. Ну давайте конструкт, а нам место тоже все-таки нужно. Ну все, он меня не может переместить, получается, или как? По-моему, он меня не может переместить. Потому что мы еще две карты берем, что-то у нас как-то даже многовато. Что-то у нас как-то многовато. Ну да, он меня не может переместить, получается. Блин, нормально так дымать. А, эти он может переместить, кстати говоря. Может, оно и к лучшему, пусть он переместит, типа, что я карту лишнюю сыграю. Сейчас он либо перемещает меня как-то. Блин, он даже так не может меня переместить. Расписку! А давайте хер на лбу нарисую! Что делать? Ну, лучше всех сыграет, наверное, дуб. Противник берет карту. Оно мне надо. Ну давайте усилю тогда Анну.
никак сделать, нет, подожди. Число карт слева, дамаг числу карт слева. Так, кого бить, кстати, реально? Давайте эту женщину тогда ударю. Усилю. А, усилить его же, не Анну, ё-моё. Нормально, карт. Блин, надо было еще поменять. Ну, слушайте, пока что это выглядит уж очень непобедимо, даже слишком. Ну, как он будет продвигать? Никак ведь. Ну да. Ядрить 12. По-моему, это очень сильно. Если только не знаю, какая-нибудь способность, которая просто уничтожает отряды. Типа только так, если. Ну пока идет так у нас дальше. Ждем просто пистолет с дракона. Блин, дальше продолжает. Во, перемести случайный враж повторно. Че? Лавина. Лавина, после трех ходов на начале вашего хода привести случайный вражеский отряд, другой ряд на его стороне патрон тируется примерно 4 раза. Увеличит значение на 3 за каждое крыло в вашем распоряжении. Ха-ха, крыльев нету. Так, чем мы тут оборачиваем? Анну, может, обернуть? Или нет, вот, наверное, его лучше всего обернуть. Тибор, нифига, я, кстати, оборачиваю хорошо. Давай так. Пока играем в плюс. Если он кого-то уничтожит, мне кажется, это тоже будет в плюс. Блин. Чисто засрал стол. Ну, что еще могу сделать? Ну, вот так вот получилось. Извините, если я сломал игру чью-то. Кстати, я могу уже вот так еще делать. Усилите отряд, нанесите 3 единицы урона. Кого бить тут? Бить особо некого. Усилять. Давайте усилим. Ну, а ну как раз. Об этом что-то я даже не подумал. Так, она же еще... А, точно, она же еще усиляет. Так, что мы делать опять будем? Самую слабую, но самую слабую это семерка. Пипец, дожили. Гоша. Следующему вражескому отряду. Ну да, это хорошо. Давайте еще одно заклятие. Усильте. Кого усилять будем? Можно сюда. Он и усилится. А, усилить случайный. То есть мне повезло, что ванну перейдет. Типа, если это главный босс... Кстати, давно эту карту не видел. Хорошая карта. Мне всегда нравилось, как она выглядит. Если там реально будет какая-то карта, которая просто все замороженные отряды уничтожит, то это, конечно, скам лютый. О, брешь, наконец. Хотя, блин, мы ничего не можем сделать, да? Да, мы не можем ничего сделать. Блин, брешь положил. Причем вот этой карте. А, ну там по броне много прилетит. Предатели за все ответят. Блин, если там реально будет какая-то скам-карта, которая... Так, брешь, усиление, 3. Добить. Где оно? Алло. Так. Ну, усилять давайте. Я не думаю, что он будет скам какой-нибудь. Надо было в этом... Там не должно быть скама, который уничтожит все замороженные отряды. Ну, спасибо, слабый. Типа, если это конец игры, то... Так. Ну, белая драконица. Блин, добавьте многие эти карты и механику. Была бы имба. Время меньше 50 минут. Серия побед 1. Победа над врагами 7. Победа над элитными врагами 0. Я элитных тебя побеждал. Завершить игру первый раз, общий счет. Нормально, рекорд. Серия побед 1, новый рекорд. Побед над врагами 7. Да, тихо. Побед над элитными врагами 0. Общий результат 765. Блин, так много всякого. Ё-моё, тут еще есть батл пасс. То есть это надо бесконечно проходить, ядрить. Ой, какого прикольная карта. Зелья, тоси, босси, заклятие, эволюция, подкрепление, сокровища. Немножко не хватило до 15 уровня. Ну слушайте, вполне себе неплохо, мне показалось просто, не знаю как вам, я попробую еще раз пройти, перепройти, типа в этом есть, наверное, какой-то смысл, да?
Она с кем объявление может посмотреть прогресс достижения, а также сравнить свои результаты с чужими. Например, может посмотреть все заклятия, как известно вам, так и недоступные. На алхимическом столе хранятся все ваши зелья, каждое из них дает пассивный бонус во время игры. Имба. Найти подходящий тигель. Испытуемых. Да. Молодых будем искать сейчас. А, все три мутагена у вас. Теперь выберите емкости, жидкости и потяните за рычаг. Ё-моё. Alzur and Lily, eager to see years of research come to fruition, were finally spurred to action by a chance encounter. In a nearby village, a brute of a man had been sentenced to death, yet he did not find his fate at the end of the hangman's rope. Instead, the mages purchased his life, for he was the perfect vessel for their experiment. Sure of their science, they promptly began sedating the man and flooding his veins with myriad concoctions. As expected, the subject mutated, but most violently so. His body, twisted by the tinctures, warped into a foul abomination. With newfound strength, the monstrosity broke free from its bonds. Bewildered and bitter, it lashed out in frenzied rage. Jagged claws pierced Lily, rending flesh from bone. Жестко. Alzur fought the monster back, but try as he might, kill it, he could not. With violent urges sated, the failed experiment fled from the laboratory, leaving Alzur alone to wallow in the wake of his failure, which was absolute. Darkness and despair consumed the mage for days. Ну такая вот грусть. Короче, у нас не будет больше пассивной способности от нее. Вкратце. Alzur would ensure above all else that his beloved Lily had not died in vain. Ну окей. Так, ну да, она уходит. Лили, милая мама, тебе нет, что у меня остались только память, дело нашей жизни. Может, я не приведу, твоя мечта станет яви, чего бы мне это не стоило. Ну, понятно. Так, доска объявлений, что там? Так, сейчас. Достижения. Много у меня достижений так-то? Маловато. Список лидера. О, все наши слева направо, ребята. Нифига тут чисто сидят, задротят челы. Когда они успевают это делать? Нормально уже, кстати, игроков. Из разных стран, разных регионов. Себя пытаюсь найти, если честно, или хотя бы кого-то знакомого. А какой у меня счет, кстати говоря? Хрен его знает. Блин, что-то я слишком низко. Я что-то думал, так на изи прошел, оказывается, много кто на изи прошел. Или вообще прохождение тут не самое главное, хрен знает. Что тебя найти не могу. Сколько у меня там было очков? А где посмотреть очки-то? Короче, я себя, видимо, не найду. Просто здесь нет, даже счета нет. Может, пропустил уже. Пофиг. Ну, топ 500 мы, наверное, занимаем нормально. Но они по-любому по несколько раз уже проходили ее. Просто не знаю, будет ли там дальше сюжет. Если будет, то можно, наверное, дальше продолжить будет. Если нет, то нет. Еще пытаюсь найти ее, мой. Ладно, пофиг. А может, вот там был на фрешранг, ё-моё. Только сейчас увидел. А где он? Ну? А, меня просто нет в списках, я понял.
Или я в начале где-то, я тебя не вижу. Короче, странно как-то сделано все. Странно. Тут он за 13 минут прошел, офигеть, это как вообще? Как эти люди вообще это делают? Как они живут? Чем они живут? Я думал, это я такой быстрый, крутой. Ведь вон 100 человек прошло больше меня. Вон почти 200 человек прошло больше меня. Быстрее меня. 30 человек прошло быстрее меня. Чё за бредятина, ё-моё. Серия побед. 5. А у меня было 9, по-моему, написано. Или это не то уже? Короче, вообще неплохо. Вообще неплохая игра. Задумка неплохая, стилистика неплохая. В принципе, и карты нормально, все подобрано, все сделано. Рандит, ё-моё. Ой, ё-моё, это плохой рандит, я понял. Навсегда увеличен 7 урон, расправа. Подожди, или как он работает? А карта находится у вас. По приказу нанести 3 единицы урона, расправа навсегда увеличен 7 урон. Это постоянно можно 3 единицы урона? Или это навсегда, то есть каждый раунд? Имба же, пипец, рандит тут имбовый. А дед что делает? Следующий отряд на 15 единиц, затем добавьте ему неуязвимость покров. Ядрить имба. Очень много имбовых карт. Мне кажется, таким должен босс был обладать, но почему-то нет. Короче, интересная задумка, интересное все. Он как-то странно сделано. И доска, и рейтинги, и всякая вот эта штука. Ядрить тут всякого сделали. Battle Pass свой местный. Игра я не хочу. Игра неплохая, она дает какие-то еще бонусы нам в гвинте самом. Там надо как-то подвязывать, привязывать. Что это? Ваш запас энергии в начале игры увеличен на 25. У вас есть 3 дополнительные замены. Ну такое. У меня много хороших карт. 4 ряда вашей стартовой колоды укрепляется на 1. А это нельзя? А, только эти 2. Ну, наверное, это запас энергии в начале игры увеличен на 25. Ну алло. Как? Или это уже типа все есть? Короче. Наверное, есть. Или что, или там как? Блин, не сюда. Ну, никак их открыть нельзя, короче. Вроде как они есть. Что еще тут? Гримуар. А, так, новая карта. Случайным образом распределите между всеми отрядами в ряду противника столько урона, сколько отрядов в этом ряду. Ядрить, эволюция, обратите дружественный отряд, случайный отряд. Столько интересных карт, они выглядят прикольно, то есть задумка очень хорошая. Мне кажется, это когда-то где-то либо было в теории где-то. Сейчас это применили, вот это вообще имба выглядит. Надо к этому, к Зантакурун добавить его. Очень много прикольных имбовых карт. Но сама система как-то такое. Такое. Когда они меня успели выпустить, я вообще не заметил. Высоклодка. Ключевая карта. Почему ключевая карта? Почему у меня север ключевая карта? Ключевые. Опять не могу. Типа я люблю север, но почему? Почти все карты открыл, ядрить. Короче, вот, попробую еще раз сыграть, поэтому не забудьте подписываться на канал, если вы еще не подписаны, ставить лайки, и если вы хотите продолжение, то обязательно пишите об этом. Попробую потом заснять еще. Всем удачи и пока.